Всем доброго времени суток, приветствую на канале История в монете. Сегодня мы рассмотрим очень простенькую и очень частую монетку 50 венгерских филлеров 1986 года. Монета чеканилась весьма долгий период, из 1967 по 1989. Тиражи весьма большие, в среднем в диапазоне от 10 до 15 миллионов. Соответственно, стоит она немного, ну, примерно от гривны до, может быть, 10 в хорошей сохранности, если повезет. Но монета является одной из самых простеньких иностранных. Также она имеет весьма непримечательный дизайн. Единственное, что бросается в глаза, это изображение моста. Это мост Елизаветы, который считается одним из самых красивых мостов Будапешта, носящий имя королевы Австро-Венгрии. Но, как по мне, то в Будапеште есть мосты и получше. Сначала этот мост был построен в другом стиле, но после его подрыва в 1945 германскими войсками его отреставрировали и даже больше перестроили. В Венгрии мост Елизаветы называют мостом Эрджебет, так как по-венгерски имя императрицы Елизаветы Баварской звучит именно Эрджебет. Он является четвертым по размерам действующим мостом в Будапеште, но его длина всего 290 метров, так как он расположен на узком участке Дуная. За сооружение моста боролись архитекторы из 50 проектами, большинство из них было американцами, несколько европейцами. Победителем в конкурсе стал немецкий инженер Кюблер, но все же мост построили по планам специалистов из Венгрии, которые, впрочем, в конкурсе даже не участвовали. Как уже было сказано, во времена Второй мировой мост был взорван отступающими войсками Рейха, и его не стали восстанавливать в полной мере. Спустя 15 лет разрушенный старый мост решили заменить новым, конструкцию которого спроектировали венгерские специалисты под руководством опытного инженера Кароя Шавоша. Строительство нового моста Елизаветы завершилось 24 ноября 1964. Мост в Будапеште стал шире и получил более упрощенную и современную форму. Вот и все по этой монетке. Я думаю, она во многих есть в коллекциях, особенно у начинающих, поэтому, думаю, кому-то было интересно. Да и другим она, наверное, встречается. Вот мне в кучке иностранщины попалась. Всем спасибо за просмотр.